Давай под запись. Пусть просыпается сфера, накачивается энергией со всей Вселенной. Ну да, восстанавливается. Пробудить поливалки. Сколько поливалок, пусть скажет. Триста 80 000. Хорошо, пусть просканируют все планеты с крепостями звездами, и по одна крепость звезда, одна поливалка. Энергию качает сюда, и из эгрегоров, наоборот, человеческих выкачивает силу, и туда, в крепости звезды, на утилизацию. Оттуда брать поливалку, а туда выливать. Да, обмен энергией здесь будет. А извне, с других крепостей звезд, энергия идет нам. Тебе, мне, Трампу. И зоопарку. Финкам синим. Хорошо. Генералы. Сколько их? Их немного. Их 48 штук или 52. 52, вот сейчас говорят. Хорошо. Их перевести на автономные. Пусть принимают сигналы, но сигнал на смерть и замереть, на расформирование не принимают никогда. Да, он проходит мимо, как отсутствующий, как незаписанный. Возможные приказы. Это на случай взлома. Приказ прекратить зачистку никогда не поступит. Ее нет. Такого приказа. Зачистка продолжается. Пусть они докладывают, как обстановка, где что. Да, показывают очаги сопротивления. Почему-то показывает Дальний Восток, не знаю, какие там очаги. Вот вверху, не внизу, где Хабаровск, вот вверху там что-то показывает. Потом показывает центральные полосы России, потом показывает Европу. Европа много, полоса длинная, начиная от юга и вверх поднимается. Кверху она сужается, полоса. Показывает Израиль, очки сопротивления. Да, это Израиль и какая-то там еще рядом страна. Рядом, плохо отсюда видно какая. Островные государства, те, которые возле Китая какие-то показывают, там есть много работы, им говорит. Это, наверное, Корея и Япония, ну что-то вот островные, это те две большие показывают потом. Не знаю почему, почему-то юг Японии. Что там такого может быть на юге Японии, я обратно не Вот понимаю. та самая Осака. Производство квантовых компов, и там какой-то, включая квантовый комп, посмотри, сама какой. Как игла такая, стол поверх идет. Свет там. Странно, на чем они его сделали, или... Ну, качают энергию как-то. Качают энергию, но это не такой квантовый комп, как мы привыкли видеть. Это вообще не такой, это другой принцип даже. Энергия, которая от него идет, колкая такая, как прорезает. Иголка и Да. столб вверх идет. Да. Много километров, 350, что-то такое. Если посмотреть принцип устройства, я не вижу вот правильно, как тебе сказать, вот по углам 4, как обычно, да, и по центру один что-то. По углам 4 такие, как миниатюрные, даже не кристаллы, а какие-то процессоры, микросхемы, что-то вот искусственное. Вот. А то, что должно быть как кристалл, кристаллическая форма, она идет по центру, очень большой такой, но это не круг, я не знаю, сколько там углов, они скошенные немножко, большой такой, большой кристалл. А здесь это даже не кристаллы квантовые, это реально процессор. Что это за компьютер, какой-то симбиоз квантовой природы и процессоров, что это такое? Квантовые перестали работать, они слепили из обычных процессоров, из дятлов, но
То же самое. Один дятел передает другому, ну, обычно. Из обычных каких-то сверхпроводящих этих процессоров. Слепили квантовый. Той же мощности. Одна цель пробивать, накачивать и прочее, себя накачивать. Да, у квантового другая немножко энергия, это такая прям, ну, очень агрессивная, это искусственная, видно, да, Жесткая. Ну, жесткая, да. покажи сфере, пусть бомбанет. Показала, да. И я ломаю как могу. Такой пах и погасло быстренько. Все, кто это делал, покажите нем. Пусть этих умников в нижних мирах пусть умничают. Да, показала. Комарикам то же самое. Сколько комариков? О, их очень много. Что-то такое, как 1,5 миллиона. Спросил сфер, что они так плохо работают? Ну, говорит, они работают эффективно. Ну хорошо. Тогда пусть их будет больше. До 5? 10. Хорошо. Пусть прям выпивают. Солдаты. Сколько их? Общее количество или по родам войск? Ну, пусть продам вас, пусть показывает, что это. Она говорит, что есть универсальная, есть более, не знаю, что она имеет в виду, более узкопрофильные. Сейчас поспрашиваю, какие. Как старые те, которые мы делали первых, они у нее как узкопрофильные, остальные универсальные. И отдельно какая-то группа осталась как просто не отформатированных атлеты, как были, так и есть. Мы для них и забыли, наверное. Ну, пингвины, которых назвал этот. Ага, Дима. Атланты, не атлеты, атланты. А, да, Атланты отправили. Ну хорошо, пусть всех действовать. Атланты на переформатировать на священников. Прямо в мозги пусть. Все виды священников. Покажи. Да, все показала. И на тех вот женщин с таким складом ума из другой вселенной, которые подружки наши. И ты поняла, о чем я. Да, поняла. Пусть с такой энергетикой всех. Да и вообще всех этой национальности, этой энергетики. Но уже женщин. Хорошо. Автономно. И это. Старые узкопрофильные. Пусть стреляют. Универсально сколько? Семьдесят тысяч или один нолик потерял. Вот около 5 миллионов, это нормально. Да, около 5 миллионов. Я в ноликах запуталась. А не знаешь, вот идет же строчка, плывет и 5 700, вот так, да, правильно. Какие-то стрелялки, машины, техника какая есть? Да, есть. Сколько? Катюша есть. Глушилки. Их 21 000. Хорошо. Да, глушилки есть. Этих немного, этих на уровне 9 с чем-то, до 10 000. Хорошо, пусть подготовит все к бомбардировке квантовой. Да, Пусть все хорошо. спрячутся. И начиная с Японии, пусть бомбит.
Да, я проверяю, все спрятались. Да, сигнал отдают, что можно, генералы. Цель компьютеры, цель системы энергообеспечения, генераторы, бункеры, скопление людей, центры энергоскопления, эгрегориальные и власти. Начинаю с востока Сапони, да? Отлично. Вот я смотрю, эту часть по Уралу уже практически накрыла. Густота попаданий достаточно высокая. Отдельные цели — это места скопления моей силы. Если кто, кроме орла, где-то моя сила уничтожить. Да, хорошо поняла. Так, сейчас я, значит, прослежу за всем полностью. Америка тоже, да? Да. Особенно Майк Помпео пострелять по нему, просто повзрывать. За все хорошее, на всякий случай. Чистка на квантовом уровне, чистка энергетики планеты. Индия, что-то вязнут там, взрывы вязнут. Да, Много а их там. Индия, вот там вот вся вот эта вот полоса, почему-то она такая плохо простреливается. Китайцы пытаются чем-то закрыться. Как купола какие-то ставят. Пусть снизу стреляют. Ага. Пусть подводные лодки активируют эти и снизу стреляют. Да. Прям горелым там воняет, слушай. Как резина горит. Да, все места, где были квантовые компы, еще раз повзрывать. Генераторы, компьютеры, которые электросетями управляют. Обычные сервера компьютерные. И суперкомпьютеры, которые вот рулят всем. То есть места искажения пространства. Да, хорошо. Если смотреть сверху, хорошо видно эти места искажения пространства. Это как, знаешь, как такие линзы большие, там отражение прям идет на... Как воздух такой, да. Да, как марево, вот. Да, вот. Их просто сверху видно хорошо.
Значит, в сфере тоже видно. Да. После бомбежки туда диагностов больших и поливалок. Хорошо. Чтобы чистить. Европа. Дошло уже? Да, дошло чуть-чуть. Да, дошло чуть-чуть. Что-то там горячо, холодно же, зима, какое горячо. По-моему, Европа тоже накрыта довольно плотно. Саудовская Аравия. Там прям дуги такие стоят, знаешь, как электрические, когда взрывает эта ракетка. Не так, как обычно, голубым свечением, а вот именно электрические дуги. Что-то новое там взорвалось. Тоже делали квантовый комп. Пытались скрыть его. Если японцы сделали комп, который вверх луч выстреливает, прям я чувствовал, урезал меня. А этот как в шире вниз. Умнее, типа, спрятали. Не повезло, печалька. На всякий случай Египет. И ЮАР. Да, по Африке отработали. Ну, Европа, Англия. Я сам еще прохожу чуть-чуть священничков подсоберу. Самых хлипких. И монахинь. И я, Штаты. Да, хорошо работает сфера по штатам. На его как второй раз проходит. Там что-то такое интересное в Штатах. Что? Да, такое впечатление, что какие-то большие зеркальные, как это правильно-то назвать, окружности, что-то вот выстраивает. Нет, если ты насчет того, Трамп ли это, то нет, Ну, не однозначно нет. Трамп, я говорю, кто? А. Да они мне все идут одной кучей. Впереди как куклу, как флаг на древку, вот так несут этого Байдена. Ну, и его просто как куклу несут. Разбомбить нахрен.
Очередной раз делают фантом компьютерный. Ага. И проносят как знамя победы, слушай. И тех, кто несет, да? Конечно же. Те, кто все это организовывает, дирижирует и спонсирует. Мыс Канаверал, там насовцы что-то еще пытаются починить. С отвертками в компьютер вижу, тыкаются. А, да. Там тоже какой-то круглый или такой похожий, как в Японии. Что это они привыкли такое делать? Они им сказали, что это работает. Да, он же выходит из строя на раз-два. Ну вот теперь они уже это знают. Теперь давай посмотрим тех людей, которые взломали нашего Мишу Помпео. Давай-ка по их логовам бомбанем. Это американцы. У них есть берлоги такие. Места тусовок. Да. Вот туда побомбить. Есть. Да, я поняла, они там как собраны, собираются вместе. Клубы какие-то или что это? Да. Побомбить потом теням. Синим пусть развлекаются. Комариков и диагностов. Да, хорошо. Пусть сфера себя проверяет на ограничение работы. Какие-нибудь сферы есть? Есть ограничение работы, оно восстановлено только на 65%. Это еще не полное идет. Еще идет перезагрузка, еще идет проверка, еще идет настройка каких-то циклов и как не полностью еще восстановлено. Да, где-то примерно 65%. 5, 66, 67, ну вот такой вот уровень, не выше. Там по разным параметрам примерно вот такой усредненный уровень. Она еще не в полной мощности работает. И даже вот бомбежка, я вижу, что запалы такие, знаешь, ну обычно они помощнее, скажем так. Это она накрывает за счет плотности, но они не слишком, ну, ты понял. Хорошо, да, пусть остановится, пока перерыв.